Всем доброго времени суток. Вас приветствует клуб Вальгалла по настольной коллекционной карточной игре Берсерк и Берсерк Героя. Мы продолжаем вскрытие трех бустеров коллекционной игры Берсерк Герой второго сета Сила и Честь. Ну что ж, погнали. Что же нам принесет первый бустер? Погнали. Съедобная лягушонка, болото. Стоит 2. Выбранное существо получает регенерацию 2. Возьмите карту. Рубака, нейтрал, стоит 5, атака 5, жизнь 4, защита от выстрелов, плюс 2 к удару по герою. Древо жизни. Лес, стоит 4, получите 2 кристалла. Первый удар. Горы, стоит 2, выбранное существо получает первый удар, возьмите карту. Буканьер, нейтрал, стоит 2, атака 2, жизнь 1, найм, выстрел на x, где x число буканьеров в игре. Стрелок Завета. Степи стоит 3, атака 3, жизни 3. Найм, выстрел на 1 по каждому существу противника с уязвимостью. Щит Молний. Горы стоит 2. При атаке по вашему герою атакующее существо получает не открывается до конца своего следующего хода. Бегущий по лезвию. Нейтрал стоит 3, атака 3, жизни 3. Защита от заклинаний. Игнорирует броню. Джага Вайл. Болото. Стоит 2, атака 0, жизни 7. Без особенностей. Тандит Чародей. Лес. Стоит 2, атака 1, жизни 3. Излечить выбранное существо на 2. Кайсат. Нейтрал. Стоит 3, атака 3, жизни 2. Найм. Вы можете нанять бесплатно существо стоимостью 2 кристалла или менее до конца хода. Инога. Болото стоит 2, атака 1, жизни 2. Закройте выбранное существо. Лумир. Горы стоит 6, атака 4, жизни 6. Противник теряет 3 кристалла до конца своего хода. Снорганг. Горы стоит 1. В конце хода откройте любое число ваших выбранных существ, ранить каждое из них на 1. И у нас здесь ультраредкая карта. Это Валгар. Горы стоят 3, атака 1, жизнь 4. Медитация 2. Герой противника теряет особенности. Это у нас был первый бустер. Что же нам принесет второй бустер? Поехали. Кровчий. Нейтрал стоит 3, атака 2, жизни 2. Найм. Уничтожьте выбранное существо с выстрелом. Бург. Горы стоят 3, атака 4, жизни 4. Без особенностей. Ашами. Нейтрал. Стоит 3, атака 3, жизни 2. Направленный удар. Скрытность. Дева битвы. Степи. Стоит 1, атака 1, жизнь 1. Авангард 2. Съедобная лягушонка. Болото. Стоит 2. Выбранное существо получает регенерацию 2. Возьмите карту. Дочь неба. Горы стоят 3, атака 1, жизни 3. Найм, противник теряет 1 кристалл до конца своего хода. Тролль-ведун. Болото стоит 6, атака 4, жизни 8. Защита от заклинаний. Бреттер. Нейтрал стоит 1, атака 2, жизни 1. Скрытность. Древо жизни. Лес стоит 4, получите 2 кристалла. Тандит-чародей. Лес стоит 2, атака 1, жизни 3. Излечить выбранное существо на 2. Катакама. Нейтрал стоит 3, атака 3, жизни 1. Рывок, направленный удар. Тролль-шаман. Болото стоит 3, атака 1, жизни 4. Найм, выбранное существо получает регенерацию 2. Зелье скорости. Степи стоит 3, Авангард 6. Телохранители Вейды. Лес стоит 3, атака 3, жизни 4. Каждое ваше лесное существо получает плюс 1 к выстрелам. И у нас здесь редкая карта Геральта Кенни. Степи стоит 2, атака 1, жизнь 1. Авангард 4. И у нас третий бустер.
Погнали. Бург. Горы. Стоя 3, атака 4, жизнь 4. Без особенностей. Джагавайл. Болото. Стоя 2, атака 0, жизни 7. Тролль-воин. Болото. Стоя 2, атака 2, жизни 3. Регенерация 2. Опасное будущее. Степи. Стоит 5. Покажите верхнюю карту колоды. Ранить выбранное существо или выбранного героя на X, DX стоимость этой карты. Возьмите эту карту. Хранитель магии. Горы. Стоит 5, атака 3, жизни 5. Найм. Противник теряет 2 кристалла до конца своего хода. Возрожденный тролль. Болото. Стоит 3, атака 1, жизни 5. Рывок. Всепожиратель тьма. Стоит 1, атака 0, жизни 8. Не может выступать защитником. Древо жизни. Лес. Стоит 4. Получите 2 кристалла. Доспехоносец. Нейтрал. Стоит 4, атака 1, жизни 7. Уникальность. Удар атакующих существ противника с направленным ударом сводится к нулю, если они атакуют не доспехоносца. Скави. Горы. Стоит 2, атака 1, жизни 2. Медитация 2. Песчаный лев. Степи. Стоит 2, атака 5, жизни 1. Без особенностей. Черный единорог. Лес. Стоит 6, атака 6, жизни 6. Единение 6. Гибель. Уничтожить выбранное темное существо. Клубок судьбы. Нейтрал. Стоит 1. Замешайте любое число карт с руки в колоду. Возьмите столько же карт, сколько замешали. Трибушет. Степи. Стоит 6, атака 0, жизни 15. Не может выступать защитником. Закрыть 2 выбранных ваших открытых существа. Выстрел на 10. И у нас здесь редкая карта Зов Дракона. Нейтрал. Стоит 1. Сбросьте карту с руки. Ранить выбранное существо или выбранного героя на X, деленное на 2. Округлять большую сторону DX, стоимость брошенной этой карты. Всем спасибо за просмотр. Это было вскрытие 3 бустеров коллекционной игры Берсерк Героя. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и ждите следующего видео распаковок. Всем пока-пока.